Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Lesson 69, урок 69, exercise 5, упражнение 5. Прослушай и прочитай слова. Но перед этим давайте ознакомимся с правилами чтения нескольких буквосочетаний. Итак, в первой строчке буквосочетание TH в закрытом слоге передает звук Th. Think, thank you, three, thin. Думать, спасибо, три, худой. Вторая строчка, мы видим тоже буквосочетание TH, но в открытом слоге. Поэтому данный звук будет произноситься как Z. They, the, this. Они, the это неопределенный артикль, он не переводится. И this это. Третья строчка. Это буквосочетание SH. Произносится как звук Ш. She, shut, fish, shut. Она, короткий, рыба, рубашка. И в четвертой строчке мы видим буквосочетание CK. Оно передает один звук К. Black, clock, stick. Черный, часы, палка. На этом наше задание выполнено. Вы ознакомились с новыми звуками. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, рекомендуем подписаться на наши группы в социальных сетях. Спасибо за внимание!